Советского информбюро. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта после полуторамесячной осады и упорных боев в трудных условиях большого города завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и тем самым полностью овладели столицей Венгрии, городом Будапешт, стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене. Северо-западнее города Лейпциг наши войска, развивая наступление, с боями заняли в немецкой Силезии более 150 населенных пунктов. В этом районе наши войска захватили на аэродромах 345 немецких самолетов и 200 авиационных моторов, а также взяли в плен более 700 немецких солдат и офицеров. На всех фронтах подбито 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника.